Высшие награды Ивановского края. В торжественной обстановке глава города вручил грамоты и медали почетным гражданам. Их получили два художника – Валерий Васильевич и Нина Павловна Родионовы. Женщина до этого дня не дожила, а муж ее прийти не смог по состоянию здоровья. Награду за родителей получала дочь. Начиная с самых первых работ, еще написанных в училище, они уже брали темы, связанные с Ивановской землей и с историей. Позже присоединился текстиль, очень много работ посвящено текстильной теме, много портретов, много интерьеров, пейзажи, это все связано с землей Ивановской. И их работы находятся и в Ивановском художественном музее, и в других музеях Ивановской земли. Почетный титул присваивается за заслуги перед регионом. Получают его только те, кто на протяжении всей жизни доказывал свою преданность малой родине. Причем сфера деятельности человека может быть любой. Преуспеть нужно в науке, искусстве или предпринимательстве. Мы можем только гордиться и равняться на тех людей, которые сегодня присутствуют в зале, потому что для всех нас они являются примером. И я надеюсь, что вот эта премия, она действительно будет постоянно у нас также действовать. И дальше будут такие же значимые кандидаты, как и в 2018 году. Это значит, жизнь в городе есть. Это значит то, что по-прежнему есть те люди, которые всю свою жизнь могут посвятить служению людям. Награды за заслуги перед Ивановым получили несколько известных в регионе людей. Экс-глава города Александр Фомин, член общественного совета Николай Быстров и врач 5-й городской больницы в отставке Станислав Волков. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.